школе номер 49 станицы Смоленская появится ограждение, соответствующее всем нормам безопасности. Строительство объекта стало возможным благодаря участию учреждения в программе развития образования Краснодарского края. Школа провела торги, заключила контракт с индивидуальным предпринимателем Буйских Александром Михайловичем на сумму 2,5 миллиона на новое ограждение. Сроки проведения работ с 1 апреля по 30 июня. В настоящее время произведен демонтаж старого ограждения. Ведутся подготовительные мероприятия для монтажа нового. Как отмечает руководство учреждения, все работы выполняются согласно графику. Уже этим летом школа обзаведется надежным ограждением, а значит, учебный процесс будет проходить в еще более безопасных условиях.